Так, я хочу приветствовать всех. Мы сейчас на Майдане. Прошлое воскресенье реально люди отбили меня у власти, потому что здесь пришло огромное количество людей. Я благодарен каждому киевлянину, каждому украинцу, который такой холод, когда вышел, ужасную погоду, и потому я сегодня свободен, потому что они не смогли с путем суда изолировать меня от общества. Но они не успокаиваются. Вчера Владимир Путин, если вы слышали, сказал публично, что он не допустит, что Саакашвили бегали по площадям России, но он также имел в виду, что он не допустит, что в Украине наконец-то власти пришли проукраинские силы. С этим он договаривается, с этим он делает всякие между собойчики и договорники. У него, но он реально почувствовал, что народ Украины просыпается, ему это крайне неприятно. Поэтому у нас в воскресенье 12, тут марш. Я хочу, чтобы вы пришли, потому что олигархат планирует, во-первых, план моей депортации из Украины. Но это ладно, может быть, вторичное, третье. Главное, что будет со страной. Посмотрите, они, как Янукович установил в свое время елку, чтобы люди не выходили, они вместо марш-сцены установили срочные экраны, как только они узнали, что мы в воскресенье выйдем. Так вот, хочу сказать, никакие эти экраны, никакие елки, они от Януковича просто ничего не научат. Не остановят людей от того, чтобы спокойно, мирно выйти, полчаса, час пройти и показать, что мы есть, что мы требуем настоящих изменений, а не этих разводок и полной ерунды, как всегда. Посмотрите, какая пресса мировая. Посмотрите, как мировые агентства Сергеева. Посмотрите, как их вся ложь развалилась. Посмотрите, какой они в плохой форме. Они слабы, как никогда. Но не даем... Не надо, чтобы их слабость переросла в слабость Украины. Мы должны сделать мирно, спокойно. Переход должен быть уверенный. И не дай бог, чтобы это не повредило стране. Те, кто призывают не раскачивать страну, я с ними согласен. Но не раскачивать страну и не раскачивать будку – это две разные вещи. Будку нужно раскачивать. Про коррупцию нужно говорить. Про Медведчука, про Ахметова, про других олигархов. Нужно это дело доводить до конца. И меня, как бы они ни хотели убрать, депортировать и так далее, это не получится. И я думаю, что мы все сможем вместе с людьми, которые сюда придут, поменять ситуацию в целом стране. Вот и все, что я хотел сказать. Мы вас ждем в воскресенье, 12 часов. Давай покажем и Путину, и Порошенко, они еще в одной лодке, одними терминами про меня разговаривают, что украинцы не поддаются ни инструкциям Путина, ни инструкциям олигархата, ни инструкциям разных других элементов. Мы будем мирно, спокойно. Мы хотим показать, что мы есть, мы хотим диалога, мы хотим спокойствия, мы хотим, чтобы была страна и чтобы она была шла вперед. Вот и вся история. Я думаю, что... И видите, как здесь много-много хороших людей, и все расстроены. Что? Давайте. Да, будешь фоткать? Конечно. Я свободный человек, потому что на провокации Порошенко олигархата уже даже судья не реагирует. Они хотели бы меня не только в домашнем аресте, в могиле видеть. Плевать я хотел на то, что они хотели. Люди решали иначе. Спасибо. Почему я должен быть под арестом? Я что-то украл у вас? Я что-то сделал? Такого-то об этом это речь. Воры хотят посадить меня в домашний арест, не вышло. Можно на фотоаппарат? Давай. Да тут плохо. Сейчас, секунду, давайте. Так что приходите все, когда если будет время, в воскресенье, просто пойдем полчаса тут. Воскресенье 17-го, после завтра. Приходите все. Такой оптимист, но как это улыбку сдвинуло? Ничего, я оптимист, потому что я верю, что они слабые.
Они держатся на нашей пассивности, но это не пройдет. Я вам и вам потребны вы сами, чтобы вас не грабовали. А вас не грабят? Вы так считаете? Вы так считаете, что Украина сейчас правильно? Вас не грабят сейчас? Олигархи вас не грабят? Тарифы у вас устраивают? А как, значит, если тариф вас не устраивает, вас грабят или нет, олигархи? Ну так Янукович это грабит назад. Нет, так правильно. Что Янукович? Янукович надо грабить, а вы не грабите. Янукович надо обратно. Янукович, а вы в него верите. Янукович. Вот как раз. Нашли человека, который Януковича даже хочет вернуться. И это, кстати, приговор ворам, которые сегодня. Если сегодня подпишите к чатику хоть человек, который обратно хочет Януковича, этим все сказано. Да. Я не виню этого человека. Это, их надо винить, что нашлись еще люди, которые хотят Януковича. Нет. Вот, через вот и вырос Порошенко. Я только сегодня посмотрел, думаю, что это такое. Вот, когда было здесь Майдан. Они все... поставили специально, чтобы мы не здесь не ходили. Там много людей, но там чуть-чуть было. Сейчас да. Вообще много. Давайте. Они очень боятся людей. Прямой вот и вся история. Давайте вернемся в Советский Союз, потому что вас не было. Спасибо. Спасибо. Давайте, что забыли. Так. Нет, не так быстро. Да, я не так быстро.